Всем привет! Мини-обзор сегодня на 5-звездочный отель. В Кемере он находится. Кириш Резорт, 5 звезд называется. Вот. Ну, он огромная территория. В принципе, кто был в Альвадонне, он, наверное, похожий по масштабам. Может, чуть подешевле. Здесь классная еда. Ну, так территорию чуть-чуть поснимаю. Что-то уже не так хочется куда-то ходить много. Больше просто вот прям коротко буду вставлять нарезки какие-то свои, просто что снимал. Вот, если интересно. Вот. Территория большая. Русских очень мало, больше турок, наверное, 70%. Они здесь все семьями. Отель очень семейный, молодежи мало. Не знаю, кому это нравится, кому нет. Как-то, ну, есть по-своему свой интерес. Очень крутая еда. Столовая мега огромная, ни очередей, ничего нет. Еда действительно такого ресторанного уровня. Любое мясо, пожалуйста. Все нежно сделано. Видимо, как бы и под русским менталитет тоже делают, но очень вкусно, конечно. Вот. Ну и в целом, как бы, здесь растворяешься больше. Что мне вот, наверное, не понравилось, то, что скучновато. То ли Турция уже отходит от своей концепции, вот этой прошлой, ну, как ее назвать, что всех развлекать, завлекать. Нет, команда аниматоров. Есть анимация, но достаточно скромная. Больше все сидят, даже вечером как-то люди сами себя, ну, развлекают. Живая музыка, во-первых, почти каждый вечер, да, это классно. В основном турки сидят за столами, никто никогда не танцует. То есть они достаточно консервативные люди, никому не пристают. Не вижу здесь пьяных, никого вообще. Может быть, то, что и отель достаточно дорогой, вот. И скучновато, что, ну, может быть, мы привыкли просто к той Турции, которая была там 5 лет назад, 10 лет назад, когда были аниматоры, что-то зажигали. Даже в прошлом отеле, вот в 21-м году, когда мы ездили в Grand Ring Hotel, у меня есть обзор на него, кому интересно сравнить просто вид внешний. Там как-то было действительно, ну, хоть и больше на турок ориентированное, но все равно анимация была, подходили, со всеми общались. А здесь как-то все очень скучно. Нравится, что на пляже никто не пристает особо, ничего не предлагает. Только фотографисты какие-то очень агрессивные. Они прям вот мучают и мучают, не понимают, что не хочется с ними разговаривать. Приходится как-то их отгонять даже. Ну, это я так, может быть, просто мне не нравится, когда люди навязчивые очень. Сказали один раз нет, значит нет. Вот. Ну, а так, в целом, территория огромная. Куда пойти, пожалуйста, чем заняться. Куча огромных бассейнов посередине. Вот. Ну, а мне, в принципе, понравилось, что еда, хамам классный, мы каждый обед ходим, народу нет, мы вообще одни вот с семьей заходим там в хамаме, проводим время в жаркое. Вот сейчас, наверное, сейчас час уже, где-то 20 минут второго, жарище уже, в столовую пойдем, просто сейчас немного обсохли после бассейна. Море классное, море супер, конечно, Средиземное море – это вещь. Блин, на Черное море не хочется, но придется ездить, потому что вот как бы такие деньги сюда тоже привозить. Вот. Но здесь море есть море. Вот. А так в целом, ну, классно вообще. Отличное настроение. Вот. Хожу, брожу. Вот. Сейчас пойдем кушать. Мне охота много чего рассказывать. Буду эпизодами. Просто смонтирую видео, вставлю, если кому хочется что-то посмотреть для себя там. Как-то определиться, что хочется. Надо покажу еще до пляжа. Вечером еще поснимать, так прикольно будет. По настроению, в общем, сделаю. Ну, всем пока-пока. Столовую нашу вид. Сейчас запьем.
вот у нас вид из окна номера. А вот у нас вечером какая красота тоже. Вот у нас вечер в столовой. Здесь мы кушаем. Там много залов. Вот сейчас вечер. Не знаю, будет на камере видно этот красивый эффект вечера в Турции. Жары, кстати, вечером нету. Какая-то комфортная очень погода. Еда. Это один зал из пяти, по-моему, где вот можно накладывать еду. Вот люди вечером ходят. Даже интересно. Тут вообще, я даже не знаю, тут все прикольно. Куча мяса, какое-то супер экзотическое. То есть под русских адаптировано это все. То есть это не супер острое, а какое-то все такое нежное. Это просто масштаб. Вот эта тема все. Даже не знаю, с чего и сам начинать. Я хожу, брожу, то какой суп возьму классный там, сам себе наложу. Ой, горячий. Что тут вот у нас? Короче, тут надо аккуратно накладывать, потом переедаешь, живот болит страшно. Я уже натыкался, я поэтому беру, мы арбузы берем обычно сначала, как попить вместо воды, а потом берем уже что-нибудь там второе. Я супчик всегда беру. Сейчас я возьму. А может, сейчас и положу себе суп. Вот. Ну вот сейчас хороший вид, в принципе, свет вечером. Вон там горят такие огни, палки стоят, дискотека начнется. Вход на мост между бассейнами. Такой вечер у нас. О, на этот вид камеры даже посветлее получается. Видно. Даже наоборот, как светлее, чем сейчас есть. Но зато хорошо видно пейзажи. Вечерние. Если видно вот задний фон. Мы приехали на потрясающую экскурсию к Святому Николаю. После посещения древней церкви мы приехали вот в порт. Просто шикарная штука. Просто отлично. Сейчас мы будем идти на яхту и поплывем. Это просто здесь шикарное место, конечно, в Турции. Что-то я столько раз был в Турции, первый раз, такая классная штука. Мы хотим узнать, как сюда самим приезжать, потому что мы проезжали красивый город. Поездка в море просто ногами не передает такой свет.
девушка фотографируется. Надо как-нибудь пойти на эту деревяшку. Датируется 3 век до нашей. Крепость, как видите, первая часть датируется в римский период, вторая часть датируется в Византии, а вот третья часть более вперед туркистил. Дорога к пляжу. Стало днем 38 градусов, где-то 37. Море теплое.